Убийство в Крыму и, судя по всему, резонансное. Сын председателя Меджлиса крымско-татарского народа и народного депутата Мустафы Джемилева убил человека. Предполагают, случайно. Подробности сможем узнать у нашего крымского корреспондента Максима Кошелева. Он на связи со студией. Максим, что тебе известно об этом убийстве? Здравствуйте. Выстрел прозвучал здесь, в Бахчисарае, на улице Судак. Здесь находится дом младшего сына лидера Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, Хайсера Джемилева. Вот что нам пока удалось выяснить. Сегодня днем Хайсер Джемилев при неосторожном обращении с охотничьим ружьем совершил случайный выстрел и попал в друга семьи Фивзи Эдемова, который находился в его дворе. От полученной раны мужчина погиб сразу на месте. В Меджлисе крымско-татарского народа говорят, что Мустафа Джемилев сам вызвал милицию на место трагедии, когда узнал о произошедшем. Слово пресс-секретарю Меджлиса Лилии Муслимовой. Мустафа Джемилев во время произошедшей трагедии находился в Симферополе. Ему позвонил старший сын его, Ильдар, сообщил о случившемся. Он, соответственно, надеется и будет настаивать непосредственно на объективном непредвзятом расследовании. Расследование уже началось, его будет вести Главное управление МВД Украины в Крыму. Сейчас уже на месте происшествия проводятся следственные действия. Мы видели, как во двор, где произошло это несчастье, заходят криминалисты. Посторонних туда не пускают, вокруг собралось много соседей и родственников. Известно также, что у погибшего Фивзи Эдемова остались жена и ребенок. Студия. Спасибо, мы будем следить за этой темой. На телефонной связи из Крыма был Максим Кошелев.